Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина, визажист, стилист. Вы сегодня украшали наших дам. И это тоже, да, вместе с коллегой. Получились очень красивые. На вас сегодня шикарное платье. Кто дизайнер этого платья? Дизайнер... Интересный вопрос. Это, кстати, прокат Мэриэль. Я могу вам ссылку дать. У них шикарные платья. Мы сегодня с коллегой, которой вы брали интервью, кстати, в этих нарядах. Прическу вы сами себе сегодня делали. Очень красиво, очень шикарно. Старалась, благодарю. Вы с кавалером сегодня пришли или одна? Так как бал холостяков, одна. Какими качествами должен обладать ваш холостяк? Ой, обязательно чувство юмора. Очень люблю в людях открытость, чувство юмора и целеустремленность. Вы очень веселая девушка. Yeah. Спасибо. И что вы ожидаете от сегодняшнего вечера? На самом деле пришла просто отдохнуть, хорошо провести время, потому что вот эта вот пушкинская эпоха, да, 19 век, какая-то такая галантность в воздухе, свобода витает, вот это вот, конечно, привлекает. Вы долго, подготовка была? Нет, на самом деле очень быстрая, 20 минут. Я же визажист, стилист. Морально, себя. Морально долго собирались? Нет, меня вчера коллега пригласила и очень быстро сказала, пойду, где холостяки, там я. Это точно. Где холостяки, зовите меня. Да. Шикарно, шикарно. Я надеюсь, вы сегодня хорошо повеселитесь, потанцуете. Столько знакомств. На самом деле я очень люблю такие мероприятия. Здесь, во-первых, ты сам можешь, да, о себе там рассказать, заявить, показать свои способности. И второй момент, конечно же, увидеть людей, с кем-то познакомиться, связи. Это очень важно в наше время. Да, сегодня вы объявили с ТВ-шансом о себе. Да. Спасибо большое, очень здорово, приятно, спасибо. Благодарю ваш канал за то, что вы делаете, несете людям. Всем успехов. Спасибо большое.